Привет, друзья! Сегодня у нас Opel Zafira на замену кондиционерного радиатора. Вот наш новый радиатор, который будем устанавливать. Не забываем снять клемму аккумулятора. Making me stronger.
Как часто обслуживается ваша машина в сервисе? Пишите свой ответ в комментариях. Вот и наша причина, по которой мы меняем радиатор. Вставляем вентилятор в специальные зашелки. Выкручиваем старый датчик и вкручиваем в новый радиатор. We'll be right back.
Моя первая мысль была такая: выкрутить старый вентиль и вкрутить в новый радиатор. Но я понял то, что лучше его поменять на новый. Вот и наш новый вентиль, который будем устанавливать. Смазываем вентиль смазкой, чтобы при закручивании вентиля не порвалась прокладка. В моем случае я использую смазку для направляющих. В этом случае оставляем старые прокладки, потому что они были в хорошем состоянии. Берем наш новый радиатор и очень аккуратно вставляем его обратно.
Как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы поменять радиатор кондиционера? Когда собрали все обратно, поехали на заправку кондиционера. Спасибо за просмотр, не забываем подписаться и нажать лайк.